титановый термос от японского производителя Thermos, модель FGN500T. Это самый легкий в линейке компании Thermos термос, и он также один из самых легких в мире. Компания Thermos настолько хорошо, качественно и долго делает свои вакуумные изделия, что во всем мире слово «термос» стало нарицательным и используется для обозначения этого предмета. Прежде всего, термоса компании Thermos славятся качеством сборки и качеством вакуумной емкости. Применяется фирменная технология, которая позволяет почти на 99,9 там, в периоде откачать оттуда воздух, получить настоящий вакуум, соответственно, практически абсолютную теплоизоляцию. В титановой версии применяется бесшовная сварка. Он действительно, этот термос выглядит очень качественно и очень приятно. При объеме 0,5 литра весит всего 210 грамм. Это на 30% легче, чем горная серия термосов от компании Thermos, на которую мы также сняли отдельный обзор. В отличие от горной версии, здесь и крышка, и колба сделаны из титана. Крышка все равно сохранила пластиковую вкладку. Пластиковые элементы крышки и пробки сделаны из материала, который в своем производстве не применяет бисфенола А и поливинилхлорида. Соответственно, это экологичное и безопасное для здоровья продукции. Пробка использует очень простой поворотный механизм. Соответственно, для того, чтобы начать пить, достаточно повернуть ее на 90 градусов, и можно разливать горячий или холодный напиток. Такая крышка очень легкая в обслуживании, ее удобно мыть, в том числе в экспедиции. И здесь в качестве уплотнительной прокладки используется изделие из пищевого силикона, который не только безопасен для здоровья, но также не впитывает запах и выдерживает многократное и агрессивное использование. Термос, помимо всего прочего, имеет очень узкий профиль, соответственно, его удобно убирать в боковой карман рюкзака или, например, убрать в пуховку, в которую вы уходите на высотное восхождение. Таким образом, данная модель термоса является не только стильным и технологичным решением из титана, но также супер энергоэффективной, держит 12 часов тепло и 24 часа холод, и легкой конструкции. Ходите в горы, делайте это зимой и летом, делайте это безопасно, а за снаряжением приходите к нам на Сайкино 4 в спортмарафон.